Продолжаем движение. Трасса Р-254, Иртыш. Объезжаем курган. Объездная дорога кургана. С правой стороны, походу, город Курган. Впереди город. Ограничение 60. Мост через реку Табол. Так, комментарии. Александр VII. Судя по видео, Полина отлетела от переднего правого колеса. Мы рассматривали, у меня создалось впечатление, что от заднего правого колеса. Несколько раз заметно даже, по-моему, было впереди его, впереди автомобиля, на отдалении, ну, как бы то ни было, так вот получилось. Это нас обучает локатор. Ограничение 50. Так, Александр VII. Хорошо, что радиатор не пробил, а то вообще было бы плохо. Серж Таран пишет, бедище. Ну, вот такой вот, такая неприятность. Выехали бы
с того места, где остановился я на объездной, вокруг Челябинска. Такого бы не было. Кто ее знает, было бы что-нибудь другое. Поэтому отдаешь данности свое. И благодаришь Бога, что таким образом, а то, я говорю, или лобовое стекло, или в бочину бы врезалось, потом докажи. Тут, по крайней мере, на видео четко ясно видно. Так что видеорегистратор вещь очень нужная. Сэш Таран пишет: «Эх, Ютуб портит таки картинку. Чувствую сходник, даже после обработки намного приятнее смотрится. Датакам снимает 30 тысяч мегабит в секунду, а Ютуб сжимает до 4,5. Даже на видеоредакторе, когда вот начинаешь на обработку ставить, там несколько вариантов есть. Ну, скажем так, для личного пользования, для просмотра на телевизоре. Отличное качество. Суперское, как говорится. Там и ролик там весит значительно больше, чем... А когда в настройке Ютуба, для интернета, там сразу видно, насколько 4 или в 5 раз вес уменьшается. Ну, естественно, за счет качества. Логин. Петр Д. пишет: летом на Керченском полуострове зелени мало, только на деревьях, вся трава выгорает. Ну, что, тогда надо засаживать деревьями искусственный лес, так сказать. Хвойной, лиственной. Так на самом деле тоскливо едешь, и открытое место, и ничего нет. Так, проехали мост. Река Крутиха. На отдалении с левой стороны Пичугина, с правой стороны вдоль трассы тянется железная дорога. Так, с правой стороны поселок Варгаши. Ну, это станция, видать. Кстати, можешь потихоньку мониторить уверенность приема этого Билайна. Мегафон великолепный, мощность приема. Вот смотрю по карте, край озер. Как
например, как в этом, в Карелии. Очень много озер. Ну вот, здесь картинка та же самая. С правой стороны озеро Варгаши, озеро Васильевское. Много безымянных озер. Озеро Марково, река Средний Утяг, то с левой стороны, с правой стороны озеро Максимково. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. В самом поселке Варгаши озеро Тайболино, с левой стороны озеро Котлик Первый, Котлик Второй, озеро Кабанье. Вообще начинается край озер. С левой стороны озеро Горькое, с правой стороны деревня Василики, озеро Васильковское. Напомню, с правой стороны проходит железная дорога. Но вот в этом месте примерно она... Железная дорога принимает вправо, автомобильная дорога влево. И вот они расходятся. С правой стороны озеро Верхнее, озеро Нижнее, озеро Щучье. С левой стороны озеро Горькое, деревня Моревская, Попова. Ограничение 90. Тринадцатую серию интересно будет послушать в реальном видео, то есть без ускорения. Там очень интенсивно шли переговоры в эфире. Ну, интересно будет. Thank you.
было много аудиоинформации от Крутенки до Чулыма. Но когда на привале глянул, записи аудио не было. Или он сам отключился, видеорегистратор отключил микрофон, либо я не ту кнопку нажал. Но в Чулыме, повторю, отказал и GPS-модуль, антенна. Так что от Чулыма до Кемерово будет видеорегистратор Акинори. Но там скрип микрофона, к сожалению, аудио неважное. С правой стороны озеро Горькое, с левой стороны озеро Камышное. Очень много безымянных озер. Открытое место. Да и на карте только видно в основном озера с правой стороны. Актобан озеро, озеро Нижнее Юроклы, Малое Горькое, Большое Горькое, озеро Якунино, Лебяжье опять, озеро Калтык, эфир не очень активен, но в основном к обеду, к полудню, ну и вечером. Утром двигаются еще, видать, с просонья, не до разговоров. Тринадцатая серия закончится у близ поселка Крутенка, и там будет короткая вставка с дальнобойщиками, с которыми общался, с которыми познакомились и общались в эфире. Я заснял ребят на видеокамеру, на видеорегистратор. И предложил им подписаться на канал и отслеживать, посмотреть на себя. Посмотреть на себя. Оставить след в истории. Ну, как бы то ни было с интернетом, но все видео сохраняются на
внешних дисках у меня. Может быть, решусь когда-нибудь создать свой сайт и там уже размещать. И там размещать видео в реальном качестве. Давно думаю над этой идеей. Пока. На самом деле качество здорово теряется. YouTube обрезает качество видео. Снимаешь, стараешься снимать как можно больше высоким качеством, а в итоге получаешь то, что получаешь. Но здесь, к сожалению, тоже не очень высокого качества видео. По-моему, 30 мегабит в секунду. Надо. Вот в нижнем левом углу там отражается. Сколько мегабит в секунду? Можете посмотреть. Я, например, не вижу. В очках, через лупу, на маленьком дисплейчике видеоредактора. С правой стороны проехали населенный пункт вдалеке, Чаишная. С левой стороны озера Левушкина. Светлое, там же поселок или деревня Светлое, с левой стороны по ходу движения, с правой стороны озеро Калтык, большое озеро. Надо будет заняться вопросом все-таки созданием своего сайта. Не знаю, там должен быть компьютер постоянно включенным, наверное. С левой стороны поселок Налимово, озеро Рыбное. Справа озеро, населенный пункт Головное. Двигаемся в сторону Казахстана, кажется. Да, еще не. Да, пока в сторону Казахстана. Твой троллейбус, он внизу лежит. Вот он, оглянись.
почему ты их бросил? Я не бросил, я их поставил, я их охранял. Я ночью охранял их. Почему ты их положил на пол? Положи на кровать их. Туда. Это их вот... На кухне ты их ругать. Хорошо. Проснулся Главком. Дело воды? Там много кислот. Что? Ну сейчас приду на кухню. Сейчас будет помогать. Так. Ну вот расходились железная дорога и автомобильная в разные стороны. Вот опять начинают по карте сближаться. С правой стороны по ходу поселок имени Будённого. И очень много мелких озер. Озеро Большой Тараскуль с левой. Справа озеро Баракаль. Ну, это озера, которые вот с названиями, что ли. Их там много с названиями, но еще больше без названия. Ну, лужами не назовешь, конечно. А может и назовешь лужами. Озеро Кислое. Озеро Островное. Чудное название. Но, видать, есть какая-то история у этого названия. Название просто так не давали. Что-то этому предшествовало. С левой стороны деревня 10 октября. С правой стороны деревня Раздолье. Озеро Малое Коровье слева. Нет, Малое Коровье справа. С левой стороны озеро Волосниково. Так, я бы вернусь к вопросу Владимира Протопопова, Талагин. Я так и не услышал обещанного ответа о практическом применении морзянки. Значит, я вот установил программу, которая преобразовывает речь человека в телеграфную азбуку. И вот произношу фразу. Видео дорог России. Моментально перевела в телеграфный код, и вот как это звучит. Ну вот так вот она прозвучала, и вот в таком формате она может передаваться на расстояние в два, а может быть и более раз дальше, чем в телефонном режиме. Чем в телефонном режиме? У корреспондента стоит такой же прибор, который преобразовывает телеграфные звуки в человеческую речь. В городе, в населенных пунктах проблема связи не стоит. Такой проблемы нет. А вот в тех местах, где отсутствует телефонная связь, выручает только вот радио.
И повторю, что в телеграфном режиме расстояние увеличивается значительно. Значительно дальше, потому что атмосферные помехи, они очень сильно искажают речь, и понять, что говорит корреспондент, невозможно. Очень затруднительно. А это мало того, что передаст, еще и примет в телеграфном режиме и переведет в человеческую речь. Так, я обещал, что буду периодически популяризировать телеграфную азбуку. Поворачиваем налево. Если двигаться прямо, мы упремся в границу с Казахстаном. Уходим налево и двигаемся в сторону Бердюшки, знаменитой Бердюшки. Через Казахстан ездить я уже говорил. Это, упираясь в границу, два поста таможенных, российский, казахский. При выезде тоже два поста, казахский, потом российский. Страховку покупать надо. И дорога, кстати, далеко не фонтан. Хоть там и асфальтовое покрытие, но ремонта никакого, наверное, уже лет 100 не проводилось. С правой стороны озеро Бабье, чуть дальше озеро Малое Степное, с левой стороны озеро Капкаль. Впереди населенный пункт, деревня Абутковская, с левой стороны вдалеке озеро Большое Степанково. Что сейчас передал товарищ, непонятно, шипение, хрип. В телеграфном режиме, если бы это передавалось и преобразовывалось в нормальную человеческую речь, четко и ясно было бы слышно, что сказал товарищ. Впереди населенный пункт Копырино. С правой стороны будет озеро Займище, слева Песьяное. Ну, эта дорога тоже требует уже внимания, ремонта, потому что дорогу разбили
После того, как была отремонтирована Бердюшка, большой поток автомобилей хлынул по этой дороге. Ранее они все двигались в основном через Казахстан. Далеко с правой стороны озера Сазыкуль, маленькие озерки, озерка Кривое, Полдневое, Камышное, Пьяньково. Ох ты! Так, с левой стороны озера Утичье, Северное, Большое Степанковое, Песьяное. Вот по карте смотришь, вся поверхность испещрена такими круглыми озерками, озерками, водоемами, ну, без названия. Такое ощущение, что вот шрапнелью бабахнули. У всех правильная форма, круглая. Кстати, вот это устройство по преобразованию речи в телеграфные знаки. Скорость передачи телеграфных знаков можно резко увеличить. Но вот сейчас... Впереди город. Ограничение 60. Которое звучало... Телеграф на этот. В телеграфном режиме можно увеличить в два раза. Сейчас примерно групп 18-20, наверное, с такой скоростью передает. Сейчас я попробую скорость увеличить. Попробую скорость увеличить два раза. Мне его два раза не получится. Вот что получилось. Сейчас посмотрим. Ну вот это тоже не рекорд. Можно передавать значительно быстрее. Тогда речь, обыкновенная человеческая речь, мало чем будет отличаться. Я имею в виду задержка. Задержку в передаче. Не умею объяснять. Вот так коряво объяснил, блин, сам нифига не понял. С левой стороны озеро Сладкое.
У меня складывается впечатление по количеству мелких озер. И у всех правильная форма, что эти водоемы искусственного происхождения. Ну вот в данный момент идет общение на 15 канале. Знакомимся с ребятами. С правой стороны озеро Долгое. И населенный пункт, деревенька Долгие, Долгие, озеро Долгое, деревня Долгие. В конце 13 серии, то в следующей серии, те, с кем познакомились на 15 канале, видео этих ребят будет размещено на привале возле поселка городского типа Крутинка. Ну, в режиме без ускорения можно будет услышать все диалоги, общение, о чем говорим, как говорим. Естественно, я не упустил возможности прорекламировать аккаунт «Видеодорог России», куда ж без этого. С левой стороны два больших озера. Называется озеро Быково и озеро Череватое. Озеро Череватое. Справа озеро Кабанье. Озеро Кабанье, наверное, на кабанов охотились здесь. Все направление на Кемерово. Новосибирск, Омск, Абатское, Ишим. В обратном порядке называю все это. Видео Москва-Красноярск. Будем двигаться через из Кургана, через Ялуторовск,
на Ишим, то есть в Ишим подъедем совсем с другой стороны. Ух ты! Извините, это я. С левой стороны населенный пункт Частоозерье. Ну так оно и есть, озер очень много. С левой стороны на отдалении от 5 километров и более озеро Быково, населенный пункт Сивково, озеро Еланное, озеро Домашнее Перейма, озеро Найденное, озеро Лихановское Перейма. С правой стороны озеро Большое Бутырино, озеро Малое Бутырино, Щадринское, Каменное, Кичаново, Мурашово. Ну, это надо полагать фамилии охотников, которые осваивали этот край. С левой стороны далеко поселок Денисово. Ну, место заболоченное, я вот смотрю. Рай для охотников. Проехали с правой стороны озеро Чистовитое. Далеко слева озеро Акуль, Поджильное, Мелкая Курья. Это с левой стороны, с правой стороны озеро Кичаново. С левой стороны Беляковская деревня. По всей вероятности, там проживали Беляковы. Доминировали с правой стороны Воробьёво, Большое Воробьёво озеро. И деревня Воробьёво. Дорогу подлатали немного, спала коротко.
Так, да, вот я убеждаюсь все больше и больше, что название озер и населенных пунктов по фамилии семей, которые там проживали, с левой стороны Песьяная деревня, озеро Песьяное, с правой стороны. С старой стороны Воробьёва и озеро Большое Воробьёво, озеро Забошное. С правой стороны деревня Старорямово, озеро Старорямово. Движение, сами видите, не очень интенсивное. Идем с явным превышением, поэтому скорость не отражается. До Бердюжги, по-моему. Ну вот скоро с левой стороны на отдалении можно будет увидеть поселок городского типа Бердюжья. Озеро Большое Бердюжье, деревья Гагарина, озеро Пастухово, озеро Малое Бердюжье, это с левой стороны. Печально знаменитое своей дорогой. 19 километров, это были проклятия, мат, все что угодно. Да, давненько я здесь не был. Ну вот, внимательно присмотревшись, на горизонте с левой стороны можно будет рассмотреть. Сам поселок заезжать не будем. На Пастугаи повернем направо. Да, дорогу здесь нужно уже начинать потихоньку ремонтировать. Вот с левой стороны видно
Бердюжья, Бердюшка, Бердюжья. С левой стороны озеро Грязное. Бердюжье довольно-таки крупный населенный пункт. Повернули вправо. Вот двигаемся по участку 19 километров, который очень хорошо знаком водителям, который назывался Бердюшка. Не узнать. Бердюшка, господа, это вот Бердюшка. Места очень красивые, очень, но туда ваши слепые комары, вот, конечно, ужас. Ну, это делюсь впечатлениями, воспоминаниями. С левой стороны озера Поросково. Кто узнает, что это, кто скажет, что это Бердюшка? Так, с левой стороны Чесноки, населенный пункт. И повторю, в который раз, очень много озер. Удивительно, все в основном круглой формы. Но рыбы там, по всей вероятности, нет, потому что промерзает на зиму. И летом комарья здесь, мама, не горюй. Комары, оводы, слепни – это просто смерть. С левой стороны озера Черемухово. Это Бердюжский район. С правой стороны озера. Да, тут был знак. Кто-то из шутников, ограничение было 20, но добавили 0, не более 200 километров. Кошмар, конечно, был. Ну, посмотрите старые видео в Ютубе. Много видео посвящено этой Бердюшке. Так, с правой стороны озеро Озеро. Крутое, большое, долгое, темное. Озеро Большое Карьково. Озеро Большое Крестовое. Край озер. Thank you.
левой стороны озера Черемухово, с правой Горькое, Глубокое. С правой стороны Малая Корькова, с левой стороны населенный пункт Пеганово и, соответственно, озеро Пеганово. С правой стороны в отдалении озеро Бердюгино. Еще дальше в стороне справа озеро Угрюмово. Красиво здесь ехать летом, но при условии, что закрыты окна. Иначе слепни вас съедят. Слепни, оводы, вот все эти вот кровососущие. Достаточно много здесь платных озер. Ну, то есть там, где организована платная рыбалка. Ребята подсуетились. Очень красивые места для рыбаков, скажем так, рыбаков, охотников. Ну а мы сейчас двигаемся в сторону Ишима. С левой стороны озеро Заячье, с правой стороны Соленое, Мухарино, Малое Утичье, озеро Селедково. Озеро Долгое, Татарское, Сливалово и Трошино, это с правой стороны. С левой стороны озера Шевелюхина, Романова и озеро Савино. Напомню, что в основном озера. Вот уже с кем-то познакомились. Повторю, кому будет интересен
разговор, диалог. То сможете эту болтовню послушать. О, Господи, опять этот разговор, болтовню послушать в формате без ускорения. С левой стороны озеро Сетово, с правой большое угловое и озеро Керченское. С левой стороны еще озеро Локтево и деревенька Локтево. На этом заканчиваю комментарий. Это, по-моему, 12-я серия. Приступаю к обработке. Ну, все. До встречи в следующей серии. По-моему, 13-я будет.